Исполнить гимн страны всем вместе. Всероссийская акция «Один гимн, одна Россия» стала центральным событием празднования Дня народного единства в Вологде. С государственным праздником волокжан поздравили представители областных и городских властей, духовенства. К торжествам присоединилась и Мария Суворова. Празднование развернулось на Кремлевской площади. Отметить этот день собрались представители областных и городских властей, национальных диаспор, духовенства, общественных организаций, студенты, семьи. Этот день является одним из символов наших побед. И сегодня Россия вновь переживает годину испытаний. И мы с вами точно знаем, что если мы вместе, если мы едины, то для России не существует нерешаемых проблем и нерешаемых задач. У нас одна Родина, и каждый из нас создает ее будущее. Мы живем на Вологодчине. Вологодчина – это душа русского севера. Я надеюсь, что каждый из нас каждый день будет делать что-то, чтобы в душе был мир и согласие. День народного единства отмечается с 2005 года. Он связан с историческим событием – освобождением Москвы от польских интервентов, народным ополчением под руководством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. А сегодня это день, когда гордость за свою страну и ее великие свершения объединяет людей. Праздник важен, на самом деле. Надо, чтобы всегда все объединялись, россияне, потому что очень много у нас национальностей в стране. Также 4 ноября в память об этом дне православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Именно с ней вступил в осажденную Москву Дмитрий Пожарский. В Вологде в честь праздника прошел крестный ход и молебен. Сегодня служилось богослужение в Александро-Невском храме. Две литургии в храме Покрова на Торгу, ранняя и поздняя, и в Казанском храме. Вы знаете, не было места, все не поместились. Я сердечно вас поздравляю с праздником народного единства. Желаю, чтобы в семье каждого из нас царила любовь, понимание, взаимопонимание и радость в сердцах. Мы так взволнованы. Мы уже были в церкви. В церкви сходили, свечки казанской иконе поставили. В самом слове уже заключено, что люди должны сплотиться и быть вместе. Кроме того, волокжан с праздником поздравили и творческие коллективы. На Кремлевской площади прошел большой концерт. И, конечно, звучали песни, посвященные России и Вологде. Мария Суворова, Михаил Протасов, Вологда-Портал.